Мы привыкшие люди, мы с 2014 года, да, мы живем в войне по окраинам, да, то есть для нас это норма. Но когда с 1 числа начали обстреливать город, это было уже страшно, и действительно все люди начали оборудовать как-то подвалы. 2 числа возле нашего дома была первая авиация, которая потом горел 2 суток дом. Недалеко от, да, моего дома. И вот с этого началась, наверное, ад. По-другому это назвать невозможно. Разбили электроподстанции абсолютно все. Сначала оставалась одна электроподстанция, и там как-то ее подключили на весь город, но из-за того, что весь город начал пользоваться на одной подстанции, и как бы она перестала функционировать. И все, у нас не было ни воды, ни света, ни газа, ни отопления. Погода резко изменилась, в минусовую было очень холодно. Потом начала заканчиваться вода, да, и я личными, да, то есть сама видела, как люди пили воду из луж. Это было страшно. Чтобы уйти на Криницю, ну, это, во-первых, там и женщины бы никогда не пошли, потому что это страшно. Мужчины, если ходили, так они там ползком потом с этими баклажками воды ползли. Ну, это постоянный обстрел. Стоят рядом дети, и они по вот взрывам, выстрелам, они стоят и разбираются, гаубица это, или это танк стреляет, или это грады, да, или это авиация летит. Это дети по 7, по 8 лет. Ну, им в песочнице играться, да, а они вот в войне разбираются. Так выходишь и смотришь, что твой дом, вот в направлении твоего дома, перед твоим домом просто черный дым. Ну, в этот момент вся жизнь пролетела перед глазами, потому что там родные, там все, ну, то есть это все, ну, там все. И, ну, там за одну секунду ты прибегаешь во двор, и ты видишь, что в соседнем доме нет 5-го этажа полностью, да, то есть машина, ну, горит черным дымом, ну, трупы на подъездах, и плачет ребенок, который остался сиротой в один момент, потому что убила и мать, и отца, да, в этот момент. Он плачет и просит о помощи. Ну, то есть в этот момент ты смотришь туда, но ты понимаешь, что тебе вот нужно узнать изначально, да, вот как твои близкие. Когда ты забегаешь и понимаешь, что они живы, это, ну, это мир меняется. Чи є інформація про те, що сталося з цією дитиною, як, про яку ви сказали, що вона плакала, коли її батьків вбило з сусіднього будинку? Ну, всі... Її змогли врятувати? Он не ранен, да, мальчик, нет, он не ранен, с ним, слава богу, все хорошо. Ну, там никто никого не бросает, там все поддерживают. Вы не представляете, насколько люди объединились. Вот спасибо тем колоннам, которые выезжают, да, из Запорожья. Это действительно водители-герои, которым не страшно. Ну, понятное дело, всем страшно, и я была на этой колонне, и все подходят, да, то есть я там вчера, говорю, приехала из Мариуполя, все спрашивают и дорогу, и как, и, ну, то есть, и всем рассказываем, как мы ехали, да, из Мариуполя выезжали, да, по каким дорогам, как лучше ехать, что там и в Токмаке селят, да, и там принимают, и там есть пункты для обогревов, и, да, то есть, и все они, ну, большая часть, у них нет людей в Мариуполе, это просто те люди, которые готовы, да, вот уйти в этот ад, чтобы спасти, ну, просто жителей города. Квартира Ольги разом із багатоповерхівкою, де вона жила до війни, у Маріуполі повністю зруйнована. Тож нині мешкає у запорізьких друзів та почала допомагати вибратися із Маріуполя тим, хто там залишився. Одночасно шукає інформацію про знайомих і колег, із якими втратили зв'язок.